Не могу глаз оторвать от ваших часов, про которые мы говорили. Это ведь не те часы, которые вам Роман Абрамович подарил, это другие какие-то? Я мечтаю о том, чтобы мне, уважаемый, нет, это другие. Это мне президент подарил. Президент чего? Украины. Так, хорошо. А вас все президенты Украины любили, я где-то тоже читал об этом. Это правда. Там все вы три знаете, подряд, и вот в чем они сходились, начиная, это в любви к Виктюку. Они каждый раз мне говорят, место выбирают в Киеве, говорят, вот здесь будет построен театр, все и так далее. А и буквально вот тут совершенно недавно, это еще был Ющенко, и есть комитет по Шевченковским премиям, как государственные премии, и, конечно, я был предложен, значит, быть председателем, я сказал, но я же не громадянин Украины, ну як це може бути, москаль, буде головою. Они сказали, нет, будьте тогда рядом с головой. Ну и я был, конечно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».